Всем привет! Сегодня я обнаружила на своих орхидеях паутинного клеща. Я вот со своими новыми орхидеями, наверное, карантин недостаточно долго соблюдала и занесла их его всем. Если честно, вот, ну, правда, я в шоке, потому что никогда мои орхидеи ничем не болели. Я даже не знаю, чем лечить эту гадость. Они еще некоторые цветут, и обрабатывать ядом. И как вообще поведут себя цветы, и листья, и корни, я даже не знаю. Система закрытая, поэтому придется обрабатывать только по листу. Если я пролью, я боюсь, что в колбе образовался уже свой микромир, и я испорчу и наврежу корням, если пролью ядом. Я даже не знаю, девочки, что делать. Наверное, возьму фитоверм, обработаю по листу. Посмотрим. Еще слышала про препарат Бонафорте, аэрозоль. Наносить ее на листья. Вот хочу тоже попробовать, если найду в своих магазинах. Вот такие вот у меня новости. Наверное, первым делом я их всех под горячим душем искупаю. Хорошенько листья и цветы. Уже какие цветы останутся, такие останутся после такого душа. Я даже не знаю. И потом уже сделаю обработку. Так жалко, если честно. Так цветут. Хорошо, глаз радуется, настроение поднимается, глядя на них. И вот как сегодня увидела, расстроилась очень. Ну ничего, надеюсь, что все наладится. Всем пока.